саженец ели восточной ауреспиката вырастет в достаточно высокое дерево, 8-25 м, с рыхлой конусовидной асимметричной кроной, до 8 метров в диаметре. Декоративные особенности сорта. Молодые побеги ярко выраженного желто-золотистого цвета. Красные яйцевидные мужские и пурпурно-фиолетовые женские цветы. Шишки пурпурно-фиолетовые, размером примерно 5×8×2×3×3. Скорость прироста около 15 см в год, хвоя размером около 1 см. Любит свет, но неплохо приживается и в тени. Предпочитаемая почва, хорошо дренированная, плодородная и влажная, но может расти и на других грунтах. Возможно, высадка ели ауреаспиката крупномером. Этот сорт необходимо высаживать в укрытых от ветра местах. Ель восточная ауреаспиката – это дерево. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.